Вот наши вкусняшки, сластяшки, значит, скоб 500. Вывели мы, сколько, я даже не знаю, штук-то в итоге. Короче, ну, хороший вывод, более-менее был, нам понравился. Так, где-то 110 штук их здесь из 122 яиц. И что еще скажем? Вода у них что? Витон. Витон сейчас уже, витамин потому пошел. Что они, им получается на 8 марта двое суток уже. В первый день мы им поставили воду с медом, так как у нас сахар закончился в доме. И аскорбинки не было, то есть просто они пили воду с медом. Уже ночью они отпили витамин, сейчас у них стоит вода с витомом. На ночь витамин, потом витом, витамин, витом. Так вот где-то 5 суток они будут у нас. Корм? Корм это ПК-5-1 Маркорм. Мы решили эту партию. На Маркорме, да, одну партию вырастить, посмотреть, что будет. Мы думаем по поводу Истры. Может быть, комбикорм недостаточно хорош, что у нас в этот раз достаточно большие потери по предыдущей партии вышли. Или инкубация, или все-таки корм. Мы на корм тоже грешим, в общем. Потому поэтому... что у нас была до этого партия, тоже там был падеж сильный, и кормили мы... Тоже Истрой. Тоже Истрой. О, ты посмотри, ну вот тащит, ты посмотри, засранец. Они ему сейчас крыло оторвут. Подрались. Разборки у пацанов разборки. О, Господи. Вот зараза, что им мало-то все? Ты посмотри, что-то съели. Господи. Ну вот все равно, да, вылуп вроде как бы одинаковый, но если вы посмотрите, все равно птица чуть-чуть есть. Какой-то поменьше цыпленочек, какой-то побольше. На данной стадии это пока не важно, они могут выровняться и смотри, потом все перепутаться. Вот что? Ну вот... слабый какой-то. Вообще? Приметил. Да? Вот этот, походу, претендент на убыль. Но пока за 2 дня не было у нас потерь, так что какие-то там должны, конечно же, в любом случае мы должны что-то... И заметьте, фу-фу-фу, нет вертолетов, все бодрые, не как у нас после того инкубатора, который в гараже стоял, это просто мрак был. Тут такое было, все летали у нас, с пропеллерами были, но не ну, все половины. Ну сидит он сидит, я его смотрю на него как раз, сидит лапочка. Чистенькие, хорошенькие такие, все очень активные, бегают, суетятся. Надо пеленки менять. Пеленки менять? А, да, а то опять друг друга засрут сейчас. Вот, пеленки-то менял уже утром, сегодня опять вечером надо поменять. Ну вот смотрите, короче, вот такие птюхи получаются, в общем. Из чешского яйца коп 500 достаточно неплохой вылуп. Еще раз повторюсь, у нас сколько неоплод? 6 яиц, 5 яиц было неоплод из 122 штук. И 10 замершие на той или иной стадии. Вот, получается сколько? Смотри, 5 и 10, 15 мы потеряли из 122. Значит, сколько здесь цыплят? 107. Ну вот, отлично, наконец-то мы их сосчитали. Правильно? Наверное, ну, да, потом 107. Проверю. 107 штучек. Вот такие вот сластяшки. Вот я еще вижу, наверное, или это он же, да, претендент на уголь? Ну да, он какой-то. И вот у него задница, кстати, видите, грязная. А попа грязная, это первый признак того, что птенец да нет, у него это не внизу. Очень хорошо себя чувствует. Это внизу просто либо попа чистая, да? У него где-то, да. Ну, попа чистая. Чистая? Да. Ну, короче, попробуем вырастить эту партию на маркорме. Но все равно чистый эксперимент не получится. Даже не будем объявлять это как эксперимент по причине того, что в прошлом раз инкубация, я думаю, что половина наших потерь точно на себя может взять смело. Да, когда у нас будут клетки, мы сделаем, разделим там по кормам их и посмотрим. Да, но мы ответственно к этому моменту сможем тогда отнестись уже, четко понимать, в какой клетке мы чем кормим, и чтобы там была условно вариация с не 10 и не 20 птиц, а чтобы там, допустим... Вот мы целый вывод будем кормить одним кормом, и целый вывод будем кормить другим кормом. Вот. Ну вот. Вот такие птюхи у нас. Все закрывает, им уже прохладно. Сколько мы выхлопали-то немножко? Открыли здесь 37. Походу мы пережариваем. 35. А сейчас надо сколько? Убавлять. Сейчас 27. Надо, да, потихонечку. Диммер-то я пообещал поставить, а не поставил. Нифига, я посмотрел, а у меня нету диммеров. Ждем из Китая. Так что придется лампочку сейчас уменьшать мощность просто. По колхозному, по нашему. Ладно, главное совсем не уменьшить. Ну все, всего доброго. Скажи до свидания. До свидания. Вот как бы вам показать-то поаккуратнее, чтобы не выхлопывать их.
Вот такие они у нас там. Видите, даже немножко разбрелись. Видимо, им жарковато бывает. От самого, вот как закрыть это пятно именно свечи, хорошо бы, конечно. Сейчас буду думать, что делать. Кушают маркорм ПК-5, по-моему. Пьют витом они. Вывод был 6-го, значит, им сегодня 5 дней. Вот такие мои сладкие птички. Вот такие малышки. Кушают маркорм. Пьют водичку с витомом. У них чередуется витом и витамин. Вот. И вот такие вот шарики пушистые. Видите, исключительно под лампой они так пробегаются, особо не сидят. Потому что все-таки 30 с лишним вон на градуснике шпарит. Вот сейчас приоткрыла я им крышку. Немножко сейчас посвежеет у них. Сегодня без потерь. Нашим кобам 500 неделя. Вот такая у них температура. Вот они. Вывод этот хороший, мне нравится. Лампы у них тут Саша заменил уже, потому что очень жарко было. Градусник рядом с лампой, так вообще за 35 показывает. Они так распределены достаточно хорошо по всей площади. Вот, пьют они водичку днем витом, ночью витамин у них. Вот, подросли уже. Уже почти перышки у них свои постоянные. Вот, потеряли с последней съемки мы одного цыпленка. Вот такие птички на 7-й день. Сегодня им 10 суток, 10-е сутки. Кушают они маркорм ПК-5-1 все еще, а пьют витом днем, а ночью просто водичка. Витом у них сейчас в основном. Вот такие вот пушиськи. Температура у них 28,5. Уже открываем, приоткрываем брудер, потому что без диммера регулировать температуру сложновато. Весь брудер для них открыт полностью. Перегородка убрана, потому что уже они достаточно крупнички. Но все равно они вот так вот немножечко кучкуются. Наверное, я зря им крышку так открываю. И у них уже папочка поставил бункерную вот эту кормушку большую достаточно. Вот такие сладкие птички.